сегодня выступать перед вами, к тому же у вас через несколько дней ваш профессиональный праздник. Я сам носил погоны, но, как говорится, бывших не бывает, поэтому я, наверное, погоны сменил на то, чтобы что-то изменить там в сознании молодежи, в принципе, людей о нашей большой многонациональной стране. Против войны мы. Моя страна против войны. Против войны мы. Моя страна против войны. Против войны. Мы смотрим в небо, но не видим в нем Бога. Мы продолжаем воевать, чтобы победить войну. Этот холодный ветер заметет сомнением дорогу жизни. Павшая, но вставшая страна с колен против войны. Это твой выбор, это ты выбрал. Оставаться в стороне или быть собой. Зачем война, к чему она? Мир окутала немая тьма. Часто мнимы идеалы вопреки истории. Вроде несложно проследить мотивы тех героев, которые в наши сердца закладывают гордость, воспитывают твердость, подвигают на рекорды. Герой военных конфликтов для сына просто папа. Грудью закрыл от пули командира, не заплакав, но уронил слезу, когда рука держала снимок, где в детском парке всей семьей стоят они в обнимку. Не сосчитать всех подвигов, что совершали деды, из цепких пальцев смерти вырвать нам победу. Бесценные поступки, судьбы города и страны. Жаль, что не все герои в лица попадают в кадр. Вот для тебя, герой, скажи, на что ты сам способен. И для себя реши, ответь себе, но только честно, что для тебя добро. Рождаются героями, становятся. И сильные с любовью к России, открытой душой, кто бы что ни говорил нам. Те, для кого долг и честь — это не просто слово. Те, кто вписал новую главу в историю. Пусть нас не собьют с этого пути. Все, что нам мешает по жизни уверенно идти. Каждый новый шаг — это новый шанс, будь с ним. Твое будущее — это только ты. Время как река, словно мой путь, и я постигну высь. Настанет пора, когда мир будет полон добра. Мир будет полон добра. Пусть бывает шторм в моих морях. Путь каждого не просто, откровенно говоря, но я сделаю все, что зависит от меня. Докажи свои слова делом. И это главное. Пусть виражи событий жизни сточат между нами камни. Мама, мы еще живы, и значит есть время искренне любить себя и быть добрее. Твои дети были неправы, мама, оставляя в душе твоей раны. И если вдруг случится ссора, ты на секунду вспомни свое первое в жизни слово. Мы очень рады видеть вас здесь на этой сцене. И, конечно же, это здорово, что есть у нас такие коллективы, которые вот, могут заниматься благотворительностью.